Проходите на одного. Здравствуйте. Давно у меня не было, просто. Да, где вы были? С онкологией связан. У кого телефон звенит? Дякую, дякую. Вы немножко как, можете поддерживать? Конечно, конечно. Мне еще неделю не будет это, в онкоцентре буду. Да? Держитесь. На Верховина 69. Держитесь. Каждый день мы кормим горячими обедами людей, которые нуждаются. Помогаем, чем можем. Ты уже взял, все. Кто взял, все уходит с очереди. Раздаем одну порцию на человека. По одной порции на человека, не надо становиться вторую очередь. Я, допустим, дуже тяжко спина в мене, я інвалід. Я не можу ходити, ходити. Я до вас прихожу разів два сили. Я можу взяти на завтра, щоб завтра не прийти. Правда? Ксюш, дай мне одну порцию, пожалуйста. Я завтра не ходила до вас. Хорошо. Можно через день. Хорошо. Ну, не тяжко. Я вам дуже дякую. Хорошо. Каждый день мы кормим горячими обедами людей, которые нуждаются. Раздаем горячие обеды. Помогаем гуманитарно, чем можем. Памперсами, детским питанием. Спасибо нашим друзьям, которые нам тоже помогают продуктами, финансово. Спасибо вам большое. Люди остались без ничего. Чем можем, тем и помогаем. Каждый день готовим горячие обеды, кроме тех дней, когда комендантский час. Спасибо. На здоровье. Спасибо. На здоровье. Благодарю вас. Да, да. Добрый. Ну, мы обеды раздаем бесплатно. То же самое, да, что? Что здесь, что и там. Учили, а там... там берут на двоих человек с удостоверением. Разносят лежачим домой, соседям. Здесь можно соседей взять, у нас есть. Ну, если у вас есть документы его, с документами можно. Каждый день раздаем бесплатно горячие обеды людям, которые нуждаются. В таких вот боксиках. Спасибо нашим друзьям, которые нам помогают.
Те люди, которые берут на двоих, на троих, они приходят со своей посудой. Мы им накладываем отдельно. Спасибо большое. На здоровье. Ну, а давай. Женщина, вы на одного берете? Все?